Рэп-певица-инстасамка подала в суд на известного шоумена. Артистка добилась того, чтобы справедливость восторжествовала. Осенью 2023 года разгорелся конфликт между рэп-исполнительницей-инстасамкой, чье настоящее имя Дарья Затеева, и артистом Стасом Ярушиным. Во время очередного выпуска авторского проекта «Музлофт» актер предложил своей гости, артистке Мия Бойко, спеть композицию инстасамки «За деньги, да». Музыканты вместе с Мией долго подбирали аккорды, чтобы исполнить кавер-версию популярного хита. Оказалось, что в песне всего один аккорд. «Господи, как это петь? Я не понимаю», — с возмущением говорила Бойко. После того, как музыкантам все-таки удалось найти подходящие аккорды, и Мия исполнила хит, об этом узнала исполнительница оригинальной версии музыкального произведения. Рэперша планировала судиться с Мией Бойко. По данным СМИ, представители звезды позвонили артистке и настаивали на том, чтобы та принесла свои извинения. Но Мия заявила, что делать этого не будет. Тогда инстасамка обратилась в суд, выразив претензии уже к автору подкаста Станиславу Ярушину. На судебное заседание не пришел ни сам артист, ни его представители. После этого судья постановил частично удовлетворить иск инстасамки о нарушении авторских прав. Согласно постановлению суда, Стас Ярушин должен удалить видео с исполнением кавер-версии песни, а также выплатить инстасамке 2 миллиона рублей в качестве компенсации за неправомерное использование песни «За деньги», да.